Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сейчас мы будем играть в Clash с Максом. И я решил сделать сегодня такую фанатаку. Герой плюс 12 хилок. И оставшийся забил лучницами, 32 лучницы. Так вот, я ее уже сделал, это будет, к сожалению, не лайф-атака. Ну, все равно, прикольная атака. Нападал я на очень слабо прокачанного ТХ-7, потому что, ну, если нападать на фул ТХ-7, то понятное дело, что не потянет никуда. Итак, начинаем атаку. Сначала ставим лучниц везде, чтоб король по кругу не пошел. И уничтожаем АРДФ, так как, чтобы хилок не убило. Так, здесь лучницы, здесь так, везде лучниц раскидали. АРДФ грохнут. Теперь можно выпускать короля. Сейчас я его выпущу. Вот. На эту башню лучниц. И сейчас следом за ним пойдут хилки. Все 12 будут хилить короля. Так, уже 17% есть. Немножко ускорим, чтобы быстрее собой сломал. Так, ну и как видите, в него стреляет башня лучниц, но жизни у него вообще не отбавляется. Так. Бьем эту шахту, тоже жизни не отбавляется совершенно. Так, хорошо, конечно, хилки все второго уровня. Если были бы первого, то вряд ли бы так бы хорошо лечили. Конечно, короля бы, если бы посильнее иметь, то было бы лучше. То король слабенький, первого уровня только. Главное, хорошо, что эта башня лучниц не стреляет по хилкам, иначе было бы им беда. Все, король начинает бить забор. Не, чтобы пойти на эту башню, так нет, он дебил пойдет на хранилище. Тогда мог бы сюда пойти. Кстати, тут осталась одна лучница живая, вот тут за хилками. Она потихоньку стреляет в эту башню лучниц и уже почти ее убила. Король даже не успеет, по-моему, дойти до нее. Да-да, вот сейчас я. Лучница ее. Вон она. Затащила. Так, вот сейчас стреляет по королю две пушки, башня колдуна и мортира, и у него совершенно не добавляется жизни. Так, он бьет ратушу. Уже видно, что одна звезда уже точно есть. Но три звезды, понятное дело, что не будет, потому что не успеет король разнести все, пройти везде. Так, одна звезда уже есть. Хорошо. Бьем хранилище. Жалко, у хранилища жизни-то много, поэтому долго их бить. Долбим мы хранилище. Даже ускорить можно. Ну, вот последняя постройка осталась, на которой хватит времени. Где-то здесь вообще. Они его атакуют. Здесь пушка, башня колдуна. Здесь башня колдуна, две башни лучниц. И мортиры, и еще что-то, наверное. Еще вот эта пушка, короче, все чисто, все атакует этого короля. За исключением вот этих двух пушек. И он выжил. Ну, правда, не хватило времени, и так сломал на 53%. Конечно, снял с него мало, из-за того, что у меня хрустальная лига, я еще получил черненького немножко, и примерно столько же я получил бонуса, сколько заработал. И всем отличного фарма, всем до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.